Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-герои, конечно же. И, как всегда, ребят, ежедневные задачки. Поехали. Нанесите 20 единиц урона героям бабах, выиграйте игру растениям героям-стражам и разыграйте 3 ягоды. Кажется, мы сейчас за бабаха с тобой сделаем аж целых 2 задания. Если бабах еще, во-первых, выиграет, потому что это не факт. Поехали. Это, ребят, не факт, но я постараюсь. Я постараюсь. Блин, там у меня чайник стоит. Хотел капучинка себе налить, но он еще греется, чайник, к сожалению. Так что пока на сухую. Ну давай ты уже поиск соперника. Находи мне там кого-нибудь. Супер бойца. Издеваешься, да, игра? Ты надо мной начинаешь издеваться. Ладно, разыграйте 3 ягоды. Попробуем тогда сыграть за вспышку на солнце. За наш миленький подсолнух. Не, ну VPN я включил, поэтому соперники должны искаться. Единственное, что может быть, они не хотят играть за зомби. Такое же может быть. Может. Ну, давай подождем, короче. Так, ну что, нашли. Нашли 31 ранга, это профессор мозговой атаки. Чё? Ну вот тебе раз, а. Вот тебе, ребята, и раз. Он сдался. Я столько ждал. Я столько ждал, и на тебе он сдался. Не дал даже мне немножко поиграть. А вот этот вопрос, конечно, интересный. Смог бы ли я победить профессора мозговой атака? Если он со своими заклинаниями, типа вот такие как 2 урона сверху давит, еще там что-нибудь, то не знаю, можно было бы и сфейлиться здесь. Ну здесь вот, ребят, здесь интересно посмотреть сейчас, конечно, что у нас получится. Против заразительной сальцы. Ну давай глянем. Банан, конечно, жалко, потому что его сразу могут уничтожить. Если я его поставлю, у него наверняка есть минус 3 энергии. Он что делает он? Это не есть хорошо. Потому что вспышка на солнце у меня без хила. Далее, как ты видишь, мне всего лишь вот эту вот беспонтовую награду. Ну давай поставим так, хотя бы прикроемся, что ли, можно так сказать. Потом что? Потом только если банан. Но опять же, мы будем с тобой брать бананы и получать за это звездюли. Такое себе удовольствие. Ладно, не будем, как говорится, торопить события. Посмотрим, что у нас тут выйдет. Сейчас, понятное дело, получим в бубен. У нас микс выпал, ребят. Ага. Ага. То есть пацан пошел на танцорах, да? На танцорах он идет. Ладно, следующий будет у нас клубничка. А клубника у нас — это ягодная эволюция. Рядом с клубничным вождем наносит 1 единицу урона. А клуб... А кто у нас такой клубничный вождь? Что-то, ребята, он задумался там. Угу, началось. Началось.
Сейчас самое время как раз посмотреть, что он будет делать. Вызывать двух потанцовщиков или что? Или все-таки будет бомбить? Он, ребята, все-таки бомбит. Слушай, ну я смотрю, с картами-то у него очень все печальненько. Очень все печальненько, да? Что же сделать? Я не знаю, кто у него там. Этот будет прокачиваться, получается, так? Я сделаю таким вот образом. Угу. Кому он сюда кинет, наверное, да? Ну, явно... А, вот сюда он, скорее всего, забросит. Ну, там три атаки. Три атаки. Получается, сюда, сюда. Не знаю, до защиты мы доживем. Так, и здесь еще появляется у него один. Слушай, вот это может нам, кстати, на руку сыграть. Вот это вот. Угу. Как тут лучше сделать-то? Ну, давай, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. А там посмотрим уже, что будет. У него, может быть... Нет у него ничего. У него ничего нету. Так, ну теперь появится, да? Потратился? Ладно, фиг с ним. У меня вот то, что... Ладно, не будем. Не будем, ребята, о грустном. Дожить бы нам до этого. 4-3-7, да, получается. Все. Слушай, ну хорошо. Если у него сейчас ничего такого нету. А у него ничего нету. Сейчас мы хиляемся. На десяточку у нас будет 14 хп. Или все-таки здесь поставить это, чтобы молекулярку спасти. Сейчас посмотрим. Молекулярку не спасти. Будет прокачивать свою охламону этого. Блин, вот это вот, конечно, сейчас не в тему ставить. Ай, он сдался. Я всего лишь 2 единицы урона, ребят, нанес ему. Ну, не 20. И он сдался. Сунок. Ну, что я могу сказать, ребят? Разыграйте 3 ягоды, мы сделали. Так, теперь... Теперь бабахом надо играть. Ой, не цитроном, а бабахом. Надеюсь, сейчас хоть быстрее найдется противничек. О, пошло дело. Ребят, пошло. Так, 34 ранга. Опять же профессор, кстати. Что-то у нас мода здесь пошла на профессоров, я смотрю. Профессор любит у нас надгробия. Поэтому это надгробие я оставлю. Пожалуй, вот так вот все будет выглядеть.
А есть ли смысл? Наверное, пока нет. Ну, он сейчас будет эволюцию делать, наверное, какую-нибудь, как всегда. Добор карт. Что он еще может сделать? Призов не стал делать, значит, у него действительно что-то есть. А вот что? Дополнительную энергию берет. Разгоняется, короче, парень. Парень разгоняется. Ну, а что он еще может брать? Конечно, шаманство, ребят. Давай сделай так и вот так. Ниндзя. Превращается. Ну, сейчас в кого бы он ни превратился, я думаю, что мы его... Это ниндзя. Подарочки. Но мне-то один достанется, в отличие от... А, не два. Че, ребята, будем делать? Так, наверное, поменяем. Ландшафтик. Амфибии. Так, у нас хила нету. Хорошо навтыкал, смотри. Ну что, погнали. Сейчас будем смотреть. Еще один ниндзя, ты посмотри. Угу. Так, ну у нас тут прикроется. И здесь тоже мы прикроемся. Ну и отлично, ребята, мы поставим сюда что в следующий раз? Вот этого, и все будет у нас оки-доки, да? И будет у нас все оки-доки. Ему-то поставить нечего. Ну, ракеты у него, наверное, есть еще. Но это не факт. Посмотрим. Так, начинает шаманить. Сейчас прикинь, ему ракеты выпадут, еще что-нибудь, не? Нет, ребят, не выпали ему ни ракеты, ничего. А может, оно их к лучшему. Вылезла пугало огородное. Ну и чё? Все? Это все, что ты мог сделать? Да ладно, у тебя и здесь ничего нету. Один погиб.
Так, ну этого бомбочка убьем, я так понимаю, да? Здесь я при... Подожди секунду. Так, бомбочки здесь. Здесь мы вот так сделаем. Сумоист, ага, сумоист. И здесь я, пожалуй, сделаю вот так вот. Прикроемся, посмотрим. Так, 5 в лицо сейчас мы ему. На. А вот у нас и ягодка. Ягоду ставим сюда, да, ребята. О, еще подарочки пришли. Блин, правда, мне уже сложить некуда. Молекулярка. Ну, я думаю, что трогать я пока ее не буду. Короче, сделаю так. Так. Поехали. Шаманит. Короче, его прикол был в том, чтобы добор карт делать мне. И вот этот чепушило должен был как бы бомбить. Вот что я тебе могу сказать. Такой вот у него был вариант. Так, шипастая лужайка. Ну, можно сделать, поставить пиколинат. Можно молекулярку. Но молекулярку не хочу, ребят. Мало ли там чего у него будет. Так хотя бы урон не получим прямой в лицо. Еще вытворяет. Ладно, давай сделаем так. И вот так вот. Нет, чтобы здесь поменять. Он поменял здесь. Зачем? Ну, может быть, у него какие-то свои там планы есть. Танцовщиков на двух случайных линиях ставить. Зачем? Но ведь это же заведомо смерть. Все, задался парень. А 20 единиц урона мы до сих пор не нанесли. Мы нанесли 18. А, так. Нам нужно выиграть было. Подожди, нет. Так он идет и страж еще к тому же. Ё-моё, бабах, а я не думал, что ты страж. Я думал, страж у нас орех. Оказывается, бабах у нас тоже сторожило. Замех. Высшая лига, ребята. Это уже вам не шуточки. А нафиг мне две бомбы.
Давай в лицо-то, конечно, получим. Плохо. Плохо, что вот на этого засранца надо тратить целую бомбочку, а? Кукурузка, отлично. Заколебал парень, а? Кто у тебя там следующий? Неприятно. Вот это неприятная пакость. Но у нас бомбочка есть, в принципе, если что. Да, конечно. Не, ребят, хорош, завязывайте, давайте. Две? Ну, хотя бы две, ребят. Слушай, он же 3 единицы урона может нанести, по-моему, да? Есть у него такая фишка. А, вот у него как. Ну, что я могу сказать? Все? Поехали. Я не знаю, что у него там будет сейчас. Посмотрим. Блин, дожить бы до кукурузы. Как-то. Как-то, ребят, дожить до кукурузы. Дожить до понедельника. А, он прокачивает и этого еще хламонища несчастного. Бумкнуть, может быть, а? Или как? Давай так сделаем. Два, четыре. Четыре в лицо. Нет, ребят, больше получается. Восемь. А знаешь, в чем проблема? Что мне нечем прикрыться будет. Он пробьет. Хотя нет. А, не поможет. Ребят, одно хп, он пробьет мне сейчас лицо. Да, бабах. Ну, тебе надо было нанести 20 урона, ты нанес. Все. Иди на покой, иди отдыхай. Так, а нам что делать, друзья? Давайте я, наверное, еще один поединочек сыграю. За кого только? Давай за зеленую тень. Ох, сейчас озвездюлимся, ребятушки. Ох, озвездюлимся-то. Попомни мои слова. Сейчас будет расколбас Иван Петрович. Блин, сегодня какое число, ребят? Где мой телефон? Где мой телефон? Вот он, телефончик. Так, сегодня 11 число. Что-то товар не идет. Странно. Поехали. Ой, надо было кое-что заменить. Ну, давай. Давай так проверим. Да ладно, ничего не оказалось. Или ты специально выжидаешь момент? Ладно, до 8 подождем, время еще есть. Так, что у нас тут? Ландшафтик есть двойной. Давай сюда поставим его. Повелся, купился.
А ландшафта надо было здесь недручку ставить. Ладно, фиг с ним. Что у него там может быть? Без понятия. А, вот те кто. Берет дополнительный... Седьмой ранг? Ёшкин ты кот. Седьмой ранг, ребят. Ну что, этого тюфика мы уничтожаем сейчас. С лету. Через бусинку. Вот этого через бусинку. Откинуть его, наверное, да, надо? Или пускай здесь стоит? Давай так сделаем. Ну, что он тут сделает? Ну, зомби-астронавта ставит. А дальше? Растранжирил все. Ради бога, ребят, я все равно свое возьму. Понимаешь? Я свое возьму, что мне надо. А там... О, видишь, что нам выпало? Прекрасные карты, ребят. Теперь делаем, наверное, вот так вот. Пускай будет. По крайней мере, мы здесь прикрылись. У него сейчас работает защита, правда? Заклинашки. Но я думаю, что, ребята, заклинаниями он на следующем ходу не успеет воспользоваться, потому что я поставлю вот этого братишку. Или же можно сделать так. Да, мы, наверное, поставим с тобой лук. Вылезло чудище огородное. Что это за звуки там такие были интересные? Где отсюда? Давай так сделаем. Да, это, хоть ты там тысячу этих ставь, своих хламонов. Я думаю, все равно кранты. Шесть, да, у нас... Раз, два. А, ну вот бонус на атаку. Ну что, он забил. Он сейчас ничего здесь не поставит. А мы с тобой, ой, как хорошо сейчас разгуляемся. Мы сейчас с тобой так разгуляемся здесь. Ух. Я поставлю, например, лучок. Вот так вот. Дальше поставим сюда. Дальше поставим сюда. Теперь давай смотреть, что он будет делать. Ничего. Так, 4 в лицо и плюс там. Есть шанс его ушатать сейчас, ребят? Да? Ушатали. Да, быстренько, конечно, зеленая тень тут расправилась. Прям моментально. Прямо моментально. Головоломная вечеринка. Ребят, я никогда их не умел проходить, эти головоломные вечеринки. Иногда заморозка бочки очень помогает. У вас есть всего один ход, чтобы победить. Редко, когда попадаются такие задания, которые можно пройти. В основном трешняк. Ну и что ты мне показываешь, что у нас тут? Так, у него 8 хп. Ну и как тут быть? Затем наносит бонусную атаку. Это получается...
Получается, делать надо так. После делается бонусная атака. Подожди, а может быть она делается... Нет, никак не так. Вот так все-таки. Так, а в чё... Блин. Ага. Все, я, кажется, понял, ребят. О, не так, надо было вначале бомбануть, а потом уже... Тупанул, друзья. Надо было вначале ударить бонусной атакой. Они бы здесь это... Потом бы заморозить... И все равно бы у меня ничего не получилось бы. Да, тут хана мне. Вот этот пробьет. Так, этих... Слушай, а как тогда надо было сделать? Бомбануть через бонусную атаку? В общем, не знаю. Бывают, ребят, такие вот миссии. Они больше на смекалистость, чем на тактику. Ну что, через 4 дня, как ты видишь, и 1 час у нас закончится сезон. И мы пойдем в следующий. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.